Samsung D880. Замена акустического модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Samsung D880». Чаще всего акустический модуль меняется из-за выхода из строя полифонического динамика вследствие воздействия влаги. Отсоединяем шлейф. Отверткой поддеваем акустический модуль и снимаем его. Новый модуль прикладываем к корпусу, защелкиваем коннектор шлейфа и пальцами фиксируем модуль. Все, акустический модуль заменен.